Здравствуйте, Арсений Селезнев Зировой. У нас 2 ноября. Вот так выглядит участок, уже подрезал с высокой стерней топинамбура. Ну а перед этим я вырезал лободу. Вот там видно очень сильно. Высокая была лобода, густая. Осталось вот столько. Почти ничего. Самые крупные были вот здесь. Из топинамбура здесь. Прямо одно дерево. И там по периметру. В общем, по периметру. И направление юг-запад. Северо-восток, вернее. Было очень сухо. Вот петухи так поподрывали. Конкретно. Листья я собирал, давал, измельчал курам. И даю вместе с другой едой. Там идет еще дополнительно с подсолнечника семена и эти, как их там называется, в общем, соцветия вот эти, что... кошелки или что, что-то типа того. И вот тоже куры едят. Так что скоро топинамбур закончится, придется переходить на картофель. Картофеля мало. Стебли измельчал. Было бы, конечно, хорошо их совсем мелко дробить. Вот стебли, то, что они не доели. Они выедают только сердцевину. Вон как вот этого крупного. А так бы они съедали его полностью. Там много питательных веществ. Хорошая добавка. Да и лободу тоже могли бы есть. Ну, как любым животным, если измельчать, то это более полезная получается пища, чем такими кусками. Вот осталась у меня лобода стоячая немножко. Может, попробую ее срезать, да, посеять там где-то. А пока так, дождь усиливается, так что пора прекращать. Показалось, что перестает. Так что, как у Пушкина, 2 ноября. Мороз. Не было. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.